Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах мытья собаки. Мытье собаки – важная процедура в уходе за питомцем. Приучать к ней лучших друзей человека стоит с раннего возраста. Специалисты рекомендуют мыть собаку по мере загрязнения. Для большинства пород достаточно проводить купание 1-2 раза в месяц. При купании собаки необходимо соблюдать несколько важных правил. Рассмотрим их подробнее. Для купания питомца необходимо использовать профессиональную косметику для собак. Человеческие шампуни могут нанести вред здоровью животного. Шампуни для лающих любимцев бывают двух видов – смываемые и несмываемые. Последние представлены различными пудрами и спреями. Они хороши в том случае, когда нет возможности искупать питомца в воде. Подготовьте ванну и питомца к купанию. Прежде чем мыть собаку, тщательно расчешите ее шерсть. Осмотрите кожу животного на предмет ран, царапин и расчесов. Во время мытья питомца в ванной не должно быть сквозняков. Температуру для купания собаки специалисты рекомендуют держать на уровне 35-40 градусов тепла. Начиная купание, намочите шерсть собаки так, чтобы на ней не осталось сухих участков. Нанесите шампунь, затем мягко массируйте питомца, взбивая пену от средства для мытья. Следите за тем, чтобы шампунь не попал в глаза и уши животного. После смойте шампунь полностью, проследите, чтобы он нигде не остался. Во время купания говорите с питомцем ласково, гладьте его. Мытье не должно становиться для собаки пыткой, проявите максимальную нежность. У животного с купанием должны ассоциироваться только положительные эмоции. После купания вытрите собаку махровым полотенцем. Делайте это по направлению роста шерсти. Затем можете подсушить шерсть собаки феном. Только следите за тем, чтобы воздух был не слишком горячим. В противном случае фен может пересушить кожу животного. Чистота – залог здоровья вашей собаки. Следуйте перечисленным правилам моя вашего питомца. С ними купание станет не только необходимой процедурой, но одним из любимых занятий вашего животного. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!